Здравствуйте. На сегодняшний день все наши больницы укомплектованы медицинским персоналом и готовы на случай приема раненых. Прежде всего наши ургентные больницы, 11-я, 10-я, 1-я больница. Все больницы работают. Единственное, мы сегодня не выполняем плановые операции, но все ургентные операции, все одесситы, которые обращаются, никому не отказываются, все манипуляции, все операции выполняются, родильные дома работают, появляются на свет одесситы новые, одесситочки, так что работа идет. Семейные врачи тоже работают, принимают, клинико-диагностические центры тоже работают, анализы, все можно сдать, никакой паники нету. Каждый день с утра объезжаю все наши медицинские учреждения, все работают, проводятся совещания, работа идет. Каждый день пополняются медикаментами, прежде всего, наши ургентные больницы, это 11-я, 10-я, 1-я больница, но и все остальные наши больницы не остаются без медикаментов. Каждый день пополняется резерв наших медикаментов. Хочу сказать, что наша муниципальная аптечная сеть работает каждый день с 9 утра до 16 вечера. На сайте департамента здравоохранения, на сайте города есть информация, какие в каждом районе города работают наша муниципальная аптечная сеть, пополняется точно так же запасами медикаментов наша аптечная сеть, инсулинсодержащие препараты выдаются по программе «Доступные лекарства», те препараты, которые выписываются по рецептам, тоже выдаются. Естественно, могут быть задержки, но мы берем телефон пациентов, те, которые обратились по рецептам, и тоже их обзванивают и выдаются, но таких очередей, что там через неделю, такого нету. Каждый день идет пополнение медикаментов и выдаются препараты по всем программам, по бесплатным медикаментам, такая как городская программа, программе здоровья, которая есть, тоже медицинские препараты выдаются в полном объеме. Естественно, могут быть задержки, просьба одесситов отнестись с пониманием, что если какого-то препарата по рецепту в данный момент нету, проведена беседа и обучение наших фармацевтов, или аналоги выдаются этого препарата, можно получить аналоги, или если есть возможность подождать день-два, то тоже выдаются эти препараты. Кожного дня у нас есть спілкування з приватними аптеками, і так, дійсно, є проблема, але були поставки на оптові склади і у понеділок, і у вівторок, і кожного дня поповнюються склади в наших аптечних мережах. Тому не потрібно панікувати і скупати все, що не потрібно, комусь щось не потрібно, а він або буде, хай лежить. Це може пригодитися комусь із одеситів. Тому не потрібно панікувати, не потрібно скупувати ліки, якщо ви ці ліки не використовуєте. На сьогоднішній день як наша муніципальна аптечна мережа, так і приватні аптечні мережі ми скупаємо у одних і тих же поставщиків. І так, дійсно, може бути, як не кожного дня поступляють ліки, але ліки кожного дня приходять, і такого, що на полках нема. На кожний препарат, я хочу сказати, на кожний препарат є аналоги. Тому пропонують проведені співбесіди со всіми аптечними мережами, щоб не відмовляли пацієнтам або хто звернувся, що є на кожний препарат сьогодні аналог. І якщо цьому пацієнту потрібен препарат і є аналог, купляйте аналог. Я хочу подякувати всім одеситам. На сьогоднішній день є запас крові, повністю банк крові у нашій 11-й лікарні заповнений, і заповнений банк крові також в обласний. Хочу подякувати всім одеситам, які приходять і здають кров.